Раньше фраза «договориться на дороге с сотрудником ГИБДД» звучала очень противозаконно. Теперь все совершенно официально и согласно законодательству Российской Федерации, благодаря вот такому вот аппарату. Функция у терминала безналичной оплаты такая же, как в любом магазине, с той лишь разницей, что предназначен он специально для оплаты штрафов. Это означает, что только что выписанный сотрудниками ГИБДД протокол можно сразу же оплатить. Для удобства сразу выходит две квитанции. Одна квитанция прилагается к постановлению, которое выносит инспектор, вторая квитанция выдается обязательно нарушителю. При оплате штрафов через эти терминалы также действует льготный период и есть возможность погасить их с 50% скидкой. Так же, как и в банке, есть комиссия 20 рублей, но есть и огромный плюс этого нововведения. Вы не затрачиваете свое время, не бегаете по кредитным организациям, в связи с этим оплачиваете здесь, и оплата сразу же проходит. Но в связи с тем, что у нас в день все это происходит, на госуслугах уже штраф получается оплаченный и не горит красненьким. Оплатить на дороге можно любые штрафы, выписанные в любом регионе. Для этого необходимо просто остановиться возле патруля на дороге, попросить терминал для оплаты и предоставить уникальный номер постановления, так называемый УИН, и иметь на руках карту безналичной оплаты. Займет это около 2 минут, а главное, можно быть уверенным, что оплата пройдет в полном объеме и точно в срок. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.